Всем привет! С вами снова Томас Лапора. Перед вами, да, три канистры автомасел, то есть два одного бренда, одна наша. Объясню почему, да. Ранее мы производили тест автомасла Партнамбер 540 в пластиковой канистре и наша Акора 540, да. Но, скажем, мнения людей разделились в плане того, что якобы в этой канистре отсутствуют ПАВУ добавки, поэтому сравнивать его с нашим было, как бы, так скажем, нецелесообразно. Оставим это без комментариев. Люди просили, чтобы мы приобрели, там, заказали или что там, да, или тут нам прислал там масло Партнамбер 540 именно в металлической канистре с ПАУ, с эстером и так далее. Вот она, пожалуйста, перед вами. Вот. Видео мы оставим с тестом с этого масла под описанием к этому ролику внизу. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Вот. И вопрос вечный, да, что тестировать первое Акора или другое масло в данном случае. То есть спрашивали даже, люди писали, тестируйте первым Партнамбер, потом Акора. Как бы разницы нету, да. То есть мы сейчас что делаем? Подготовим ролик наш. Зачистим его. Вот вы перед своим зачищаете, а перед новым образцом не зачищаете. Перед первым образцом. Все делаем в одинаковых условиях. Можете писать комментарии, какие масла хотите, чтобы мы протестировали. Если есть такая возможность, можете прислать свои образцы. Потому что многие пишут, что да вот, вы не там покупаете, неизвестно где покупаете. Ребята, не вопрос, присылайте свое, сделаем ваше. Подписывайте, вскроем это все прямо, как говорится, эфире. Расскажем, кто прислал, откуда, зачем и почему, да? Так, ролик сразу на новой стороне, чтобы все чистилось без задиров. Здесь все подготовлено, зачищено на ваших глазах, сразу поднимаем. Так, сейчас что мы делаем? Будем вскрывать канистру. То есть пломбы защитные не идет, но, ну, не знаю, так положено. Такую где-то канистру мы уже видели, такая леечка интересная у них. Вот. В общем, что сейчас заливаем, тестируем обрез в одну из ванночек. Масло такого темного цвета. Сухую, ну, начинаем нагружать. Вес одна длина 150 грамм. Раз, два, три, четыре клин. То есть пришло заклинивать, дальше, как говорится, грузиков нет смысла ложить. Сейчас покажем, что здесь произошло у нас. Еще здесь чего нет. Первый задир. Смотрим. Ну и сейчас здесь. Ну, здесь такая получается дорожечка образовалась не совсем ровная с задирами, да? Угу. Все, сейчас мы это все зачистим и протестируем наш образец. Повторяюсь, мы не говорим, что те или иные масла плохие. Мы проводим тест сравнения с нашей продукцией. А уж вывод делает непосредственно сам потребитель, что заливать. Такой масло, такой вязкости, такого бренда, что вы автомобиль. Это уже непосредственно решать вам. Ну и тестируем наше масло. То есть эту канистру мы скрывали, когда тестировали вот этот Партнамбер.
Переворачиваем ролик на новую сторону. Без задира, все как положено. Все то же самое. Держать с роликом на стенд. Проворачиваем на бодренную голову на сухую. Ну и начинаем нагружать. Раз. Два. Три. Четыре. То есть предыдущий образец уже заклинил. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Два раза больше нагрузка. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Ну, в принципе, все происходит на ваших глазах. 12 блинов. Нагрузка в 3 раза больше. Ну, в принципе, думаю, дальше смысла нет. Ну, смотрю, здесь пятно контакта, да? Если кто-то увидит, что-то здесь. Ну и сейчас дорожку здесь просмотрим. Вот даже дорожка образовалась, она такая ровная, без задиров. Как-то полированная. Вот. Поэтому тестировали вот эти масла. Еще раз повторяю, не говорим, что что-то лучше, что-то хуже. Все произвели, как говорится, на ваших глазах, с тест-сравнений. Все, с вами были моторные масла Акора. Всем спасибо, всем хорошего дня.